Доброго времени суток, дорогие друзья! В процессе отжима масла мне пришла гениальная мысль. Нужно рассказать людям, как же влияет масло на процессы старения, а вернее, как замедляет процессы старения. Наша клетка, основа нашей клетки – это мембрана. И она строится из белка. Но белок не усваивается без поступления омега-жиров. И поэтому такое масло, нерафинированное холодного отжима, именно холодного отжима, которое без термообработки сохранило все минералы, витамины, поступает в организм и в сочетании с белком и другими микроэлементами создает мембрану. Но если омега-жиры не будут поступать, то клетка умрет и вымывается из организма. Поэтому сбалансированное питание, белки, жиры, углеводы, оно и создает нашу основу, основу физического тела и замедляет процессы старения. Если же этого не будет происходить, то замечается такое: нарушение кожного покрова, сухость кожи, какие-то проблемы с волосами, упадок сил, энергии. Люди, которые начинали пить и до сих пор пьют это масло, у них очень прекрасные результаты. У них прилив энергии, прибавилось сил, исцелились от кожных недугов. Кожа стала более упругая, подтянутая. Поэтому очень важно именно масло, нерафинированное, холодного отжима. Напоминаю, без термообработки. Оно сохранило максимальное количество минералов и микроэлементов, которые нужны нашему организму. Питайтесь правильно, употребляйте масло и будьте счастливы.